Всероссийские соревнования по велосипедному спорту проводятся с 1954 года. Во время подготовки города к Олимпийским играм велогонка была перенесена на территорию края. Потом вновь вернулась в Сочи и проводится вот уже в 65-й раз. Мы здесь преследуем цель не только спортивную, но и воспитанию молодежи. Здесь есть ребята 17, 18, 19 лет. И, конечно, это очень полезно, то, что им говорят о наших ветеранах, о наших героях. Велогонку посвятили предстоящему Дню Победы. Более 150 велосипедистов из 26 регионов России. Одни уже были в Сочи, другие принимают участие впервые. Спортсменам предстоит преодолеть 5 этапов. Сначала на Роза Хутор, во второй день на гору Ахун, 19 апреля в село Монастырь, а 20-го велогонка пройдет в Олимпийском парке. Заключительный этап по маршруту Площадь искусств, Орджоникидзе, Театральная, Курортный проспект, Поярка, Москвина. Эта гонка для меня важна, потому что это память о наших близких, родных, ну и в том числе это очень популярное соревнование для всей России. Да, я очень горд за нашу страну, то, что они отдали свои жизни за нас. Это хорошо, то, что мы вспоминаем о них все время и проводим такие праздники в их честь. Внимание, старт! Торжественный старт гонки состоялся сегодня на Театральной площади. Водители просят с пониманием отнестись к изменившейся схеме движения. Полностью улицы перекрывать не будут. На короткое время по маршруту велогонки будет ограничено движение во время проезда колонны. Сложнее будет в воскресенье. С 9:45 до 11:10 вводится ограничение проезда от остановки Платановой аллеи до стадиона. И будут изменены схемы движения целого ряда маршрутов. Автобусы будут двигаться из центра Сочи по дублеру Курортного проспекта. Маршруты 36 и 102 будут начинать и заканчивать движение с остановки ЖД-вокзал без заезда на Мурвокзал. Работа автобусов по 11 и 23 маршруту на период перекрытия приостановят. Подробная схема есть на нашем сайте fkt.com. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».